Сегодняшние осадки значительно облегчили пожароопасную обстановку на территории края, но оперативные службы не спешат закрывать пожароопасный сезон и даже ввели особый режим на территории 3 приморских муниципалитетов. Все подробности у Эльмиры Мамедовой. С начала года потушили уже 11 пожаров. Приморские леса горят даже зимой. Особенно сейчас, когда в крае практически нет снега. Пожары возникают по вине людей. Разбросанный мусор, брошенный окурок. Потушить огонь быстро удается не всегда. Выжигают по разным причинам, жгут. Кому-то не нравится просто стоящая трава. Кто-то, ну просто как есть там, да, там, пиромана так называемые, которым просто нравится жечь. Есть у нас нерадивые охотники. Особенно это распространено Хасанский пограничный район. Огнем загоняют животных. Кормовая база уничтожена, и звери выходят на открытые пространства. Но чаще причиной пожаров становится даже не варварская охота, а сельхозпалы. Фермеры просто не хотят косить траву. Есть еще такой фактор. Люди оставляют мусор, за собой его сжигают и получают распространение на обширные территории. То есть и губернаторам в ходе комиссии при администрации были поставлены задачи, что муниципалы должны работать и очищать территорию населенных пунктов. Особый противопожарный режим ввели в Октябрьском и Партизанском районах и в Уссурийском городском округе. В прошлом году в Приморье зафиксировали 410 пожаров. На их тушение потратили 5 миллионов рублей. Эльмира Мамедова, Платон Волков, «Панорама».